Всем привет, ребят! Добро пожаловать на мой ASMR-канал. Меня зовут Лиса, и сегодня у нас будет опять видео Soft Spoken. Я так поняла, что многим оно понравилось, поэтому иногда решила такое устраивать. И сегодня у нас рыбка. Это копченая скумбрия, ребят, запах просто потрясающий. Просто обычная картошка, отваренная кусочками со сливочным маслом и зелёненьким. И у меня здесь черный хлебушек. Господи, я не ела копченую скумбрию, не знаю, 1000 лет, наверное. Это вряд ли будет аккуратное видео, поэтому заранее извиняюсь. И я решила, что забивать такую рыбу чем-то, кроме пива, это просто грех. Это у меня светлая латвийская. ASMR-пузырьки. Я очень редко пью пиво, но иногда прям хочется под такую рыбку особенно. Ну что, давайте какой-нибудь из серединки возьмем кусочек. О, роскошный. Внутри было молоко. Не люблю такое. Как же мне... Очень вкусно, ребят. Не слишком солёно. Очень вкусно. С детства не ем вот эти вот краешки. Слишком жирные. Mm-hmm.
Да, вот так вот по-варварски я им рыбал. Очень простая еда. Такая вкусная. Надо было вытащить сразу эти молоки, чего их не вытащил. Теперь с каждого кусочка выдирать. Кто еще любит кумбрию? Это именно холодное копчение. Шикарная рыба. Завтра Пасха. Купили сегодня в пекарне рулетики. Попробовать, что ли, молоко? Не-не-не. Невкусно. Проведите ее, пожалуйста, разумно, дома, учитывая все нынешние обстоятельства. Мы никуда не поедем. Даже родителям мужа. Потому что я на этой неделе ходила на работу. На следующей неделе я тоже буду работать все 5 дней, с понедельника по пятницу.
Наше отделение открыли на пятидневку. Потом мы решили не рисковать. Будем созваниваться со всеми по WhatsApp. Пасху отмечать. Напишите мне в комментариях, кто будет сам печь куличи. Я один раз в своей жизни пекла. После этого решила, что no. Так много мороки с ними. У нас в пекарне рядом с домом полный салфет. Папа мне всегда говорил, что это самое вкусное. А я дурачок, что не ем. Жирные сильно эти краешки. Про пиво забыла. Как бы вот так взять. Вот это субботний обед, я понимаю. Так вот, у нас в пекарне рядом с домом очень вкусные пекут куличи. Очень. В прошлом году покупали с мамой. Ко мне в прошлом году мама приезжала на Пасху. Сразу эту кусточку утрогу. Попадем. Как мне, ребята, вкусно.
что не знаю, как у меня теперь получится снимать. Давайте еще один кусочек. С 10 до 6 работает отделение сейчас у нас. Ну, естественно, в 6 я не ухожу. На стрим постараюсь сделать следующую пятницу. На этой неделе без стрима. Вчера поздно пришла с работы, очень устала. У нас реально, ну, приходят люди. Я не скажу, что их мало. Мало по сравнению с обычным рабочим режимом. Ну, сейчас же карантин. В Москве вообще пропускной режим. Ну, ничего не боятся. Ходят, бродят. Дождь пошел. Погода сегодня вообще непонятна. То снег, то солнце. Сейчас дождь. Салфеточки есть как раз. Так, ну что, сейчас я все это уберу, помою ручки, и мы с вами все-таки съедим кусочек пасочки. Я вернулась. Накрошила тут пока, нарезала. Кусочек отрезала уже от пазочки. Она с цукатами. Это очень вкусно. Они реально у них как домашние. Кто как ест куличики.
А у меня муж, например, начинает наоборот снизу, а верхушку напоследок оставляет. Я всегда с верхушки. Очень вкусное тесто. Цукатики. Все. Теперь я точно объелась. Люблю его запивать молоком. Ну, так как я уже пила пиво, после рыбы, какое молоко. Ну что ж, ребят, всех поздравляю с наступающим праздником Пасхи. Будьте, самое главное, здоровы. Здоровы и в безопасности. Вы и ваши близкие. Всех очень-очень-очень люблю. Пока-пока.